Теремок ТВ. Синий трактор представляет. Кирпичи, кирпичи. Едет, едет грузовик, занят кем под кузов. Едет, едет грузовик, он развозит грузы. Разгрузился грузовик, он привез кирпичи. Разгрузился грузовик, он привез кирпичи. Едет, едет грузовик, занят ем под кузов. Едет, едет грузовик, он развозит грузы. Нагружаем грузовик, насыпаем песок. Нагружаем грузовик, насыпаем песок. Едет, едет грузовик, занят ем под кузов. Едет, едет грузовик, он развозит грузы. Разгружаем грузовик, высыпаем песок. Разгружаем грузовик, высыпаем песок. Едет, едет грузовик, занят кем под кузов. Едет, едет грузовик, он развозит грузы. Заправляем грузовик, наливай полный бак. Заправляем грузовик, наливай полный бак. Едет, едет грузовик, занят кем под кузов. Едет, едет грузовик, он развозит грузы. Синий трактор представляет. Тумба, юмба, 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 тумба, юмба.
вежливых словах и не знали, что при встрече говорить. Мы решили дикарей научить. Если встретился друг вам на улице вдруг, ничего лучше нет, чем сказать привет. Решил конфеткой угостить. Если друг вам в ответ дал пригоршню конфет или чего-либо, говори спасибо. Спасибо? Спасибо! Тумба-юмба, тумба-юмба, тумба-юмба. Трактор едет по полям, плывет по морю теплоход, а по небу летает самолет. А мне летать. Охота. Собрали
змеей. К морю полетят пингвины, что возьмут они с собой? Пора собирать чемоданы. Малыш, как ты думаешь, а что пригодится пингвинам на море? Канистра, ледянки или молоток? Правильно, ледянки! Пингвины просто обожают купаться в холодной воде и кататься на ледяных горках. Чемодан готов! Пора ехать в аэропорт! Поскорее все на борт! Отправляемся в полет! К морю полетят галы, что возьмут они с собой? Так, что возьмут с собой галы в отпуск? Ведерко и совочек, шапку или пылесос? Правильно! Нужно взять с собой ведерко с совочком для игры на пляже, а пылесос и шапку оставим дома. Ура! Вещи собраны! Пора ехать в аэропорт! Поскорее все на борт! Отправляемся в полет! Можно ездить на машине, можно в поезде скучать, а быстрее и веселее самолетами летать. Погляди в иллюминатор, далеко внизу земля, и похожи на игрушки, и машины, и поля. В отпуск собрались медведи, отдыхают всей семьей. К морю полетят медведи, что возьмут они с собой? Малыш, как ты думаешь, что пригодится мишкам на отдыхе? Резиновые сапоги, полотенце или кастрюля? Точно! Полотенце! Чтобы вытирать шорстку после купания. Наш багаж готов! Отправляемся в аэропорт! Поскорее все на борт! Отправляемся в полет! Путешествия, 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 в дальние края, путешествия, любит вся семья. В отпуск собрались мартышки, отдыхают всей семьей. К морю полетят мартышки, что возьмут они с собой? Малыш, помогай! Что нужно взять мартышкам с собой на отдых? Зимнюю шапку, солнечные очки или воздушный шарик? Шарик? Нет, на море воздушный шар не нужен, а вот солнечные очки очень пригодятся. Вещи собраны, едем в аэропорт! Поскорее все на борт, отправляемся в полет! Самолет, самолет, крылья есть, есть и хвост, есть кабина, а в кабине первый и второй пилот. Один, два. Где живет самолет? Где живет самолет? Самолетный дом не домик, а большой аэропорт. В отпуск собрались собачки, отдыхают всей семьей. К морю полетят собачки, что возьмут они с собой? Малыш, а как ты думаешь, что нужно взять собачкам в отпуск? Мячик,
резиновые сапоги или елочную игрушку? Да, правильно, мячик! Мы с тобой вместе помогли собачкам собрать вещи. Здорово! А теперь пора ехать в аэропорт. Поскорее все на борт, отправляемся в полет. Ла-ла-ла. Трактор представляет. Посмотри скорей. Это муравей. Хоть и мелкий он, но зато силен. Ах, красавица, всем так нравится. Это лапочка, это бабочка. Насекомые, незнакомые, одним словом насекомые. Насекомых поможем вам узнать. Прыг, прыгать высоко для него легко. Вот летит пчела собирать нектар, в улей принесет, чтобы сделать мед. Насекомые, незнакомые, одним словом насекомые. Насекомых поможем вам узнать. Стрекоза летит и вокруг глядит, как вертолет в воздухе замрет. Что за странный звук? Это толстый жук. Хочет полететь, а хочет побежит. Насекомые, незнакомые, одним словом насекомые. Насекомых поможем вам узнать. Миллионы насекомых, черных, синих и зеленых, желтых, красных, полосатых, и рогатых, и усатых. Целый день они летают, и порхают, и кусают. Вам они теперь знакомы? Комар летит, тоненько пищит. С ним нельзя дружить, может укусить. Ночью в лес пойдешь и его найдешь. Словно маячок светит светлячок. Насекомые, незнакомые, одним словом насекомые. Насекомых поможем вам узнать. Насекомые.
насекомых поможем вам узнать. Как стрела, ох, липучая, приставучая, уголок нашел, паутину сплел и поджидает мух маленький паук. Подождите, подождите! Вы не совсем правы, мои друзья. Паук — это не насекомое. Паук — это паукообразное. И его главное отличие от насекомых — лапы. Лапы? У паука их 8. Вот смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А у насекомых... А ну-ка, иди сюда. Их 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так-то вот. Ничего себе! Насекомые, незнакомые, одним словом насекомые, насекомых поможем вам узнать. Насекомые, незнакомые, одним словом насекомые, насекомых поможем вам узнать. Насекомые, незнакомые, одним словом насекомые, насекомых поможем вам узнать. Трактор представляет. Кто придумал, что посылки не развозят трактора? Сегодня поработаю с утра. Посылку достаю и веселому мышонку я посылку отдаю. Интересно, а что же прислали мышонку? Посмотрим. Ого! Да это же сыр! Пока, мышонок! Еду, еду, еду я. Посылку достаю.
посылку отдаю. Что же прислали лисенку? Посмотрим. Ого! Какая большая рыбка! Пока, лисенок! Я посылку достаю, и веселому совенку я посылку отдаю. Где же посылка для совенка? А, вот она! Открывай, совенок! Ого, какое классное новое гнездо! Пока, совенок! Еду, еду, еду я, ждут посылочки друзья. Посылку достаю, и веселому зайчонку я посылку отдаю. Что же прислали зайчонку? Вот это да! Какая большая и вкусная морковка! Класс! Пока, зайчонок! Еду, еду, еду я, жду посылочки, друзья. Я посылку достаю, и смешному медвежонку я посылку отдаю. Что же прислали медвежонку? Показывай, Мишка. Ничего себе! Какая большая бочка меда! Пока! Посылку достаю, и веселому ежонку я посылку отдаю. Что же прислали ежику? Посмотрим. Ого! Ежику прислали большой гриб. Пока! Развозят трактора, всем зверятам я посылки вовремя развез! Ура! Ой, а тут еще посылка. Интересно, для кого? Синему трактору? Для меня? Так, посмотрим, что же мне прислали. Какая классная канистра для топлива! Еду, еду, еду я, ждут посылочки, друзья. Еду, 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 опоздать никак нельзя. Еду, еду, еду я,
«Синий трактор» представляет. Yeah.
закопал. Вот это да, какой крутой бульдозер!